переведено и озвучено BMX-ресурсом BMHashka. Итак, для тех, кто видит меня впервые, меня зовут Скотти Кранмер, и я прорайдер. И сейчас я пытаюсь практически каждый день выкладывать видео на YouTube. И прикол в том, что мой первый BMX, который мне подарили на Рождество в 94 году, он был куплен в магазине, которым я сейчас владею. С 8 до 13 лет я гонял рейсинг, а потом мои родители открыли скейт-парк, и тут я понял, что просто хочу катать по кайфу. И в этот момент у меня появилась просто куча друзей, и мы создали очень крутую тусовку. Ну что, моя очередь, передаю камеру Бигбою. Давай! Черт, Бигбой, ты бы смог бы это? Блин, он приземлился прямо на спину. Чувак, с тобой все нормально? Это последняя попытка, или Бигбой скупается в озере? Погоди, мы на треху спорили, так? Но это же не треха. Черт, у меня яйца сводят. Так, а теперь вожмись в заднее колесо, вытяни руки и дергай как на мануале. Мои родители записали меня на контест под названием Metro Jam. Это охеренное событие в BMX-мире. У меня болел живот, и тут я слышу мое имя. Я откатал и занял первое место из 80. Из 16-летнего парня я тогда превратился в профака. И вот он, Скотти Кранмер! И Скотти забирает золотую медаль X-Games. Если говорить о действительно крутом катании, то вы посмотрите на Скотти Кранмера. На контестах он делал просто дикие вещи. Идеальный флип дабл вип! Боже, вот это попытка! Явно он заберет сегодня кубок. Что? Что он сейчас приземлил? Лас-Вегас, ты точно такого еще не видел? Давайте поддержим Скотти! И Скотти Кранмер забирает кубок Детура 2011 года. И являясь гиперталантом, Скотти вдохновлял и воспитывал миллионы молодых чуваков. Я дропал со зданий, перепрыгивал с крыши на крышу. Я творил такую дичь, что даже представить трудно. Я реально рисковал своей задницей каждый день. И тут такое нелепое падение. Я просто не увидел ту дыру в асфальте. Вот где это все и произошло. Вот именно здесь. Вот этот гэп через грань. Мы просто снимали видос для Ютуба в Лас-Вегасе. Мы нашли этот сочный спот. Я запрыгнул на грань, проехался по ней и хотел сделать вип на откос и уехать. Я спрыгнул где-то тут, сделал даунсайд вип и уехал. Как видите, видимость тут не очень. Да, ты дернул руль на себя, думая, что проскочишь через эти кусты. А с другой стороны, как вы сейчас видите, огромная яма, в которую ты со всей дури угодил передним колесом. А затем я сильно ударился головой. Он всего на секунду приподнял голову, и я со всех ног побежал к нему. Ну как обычно, ну нос разбил, ну кровь течет по лицу. А тут просто как из крана хлестало. А Скотти все твердил: я не чувствую ног, я не чувствую ног. А я ему в ответ: Скотт, Скотт, ты меня слышишь? Все будет хорошо, Скотт. Я понимал, что если он потеряет сознание, то есть вероятность, что он впадет в кому. Когда я увидел Скотти в больничной палате, мне пришлось взять себя в руки. Я не хотел, чтобы он почувствовал, что я напуган. Травма позвоночника — это худшее, что только можно себе представить. Я помню, как я очнулся в больнице. Я не мог ничего чувствовать или вообще шевелить чем-то. И тут я понял: черт, это случилось со мной. Я отчетливо помню слова Скотти, будто это было сегодня. Джейми, на мне как будто свинцовое покрывало. Я не могу ничем пошевелить. Черт, оно такое тяжелое. Мне все время казалось, что мои руки до боли сжали вот в таком положении. Но на самом деле они расслабленно лежали на столике. Я повредил позвонки C3 и C4 в верхней части шеи. Была переломана глазница, сломана лобная кость в трех местах. Сейчас я покажу вам свой шрам на голове. Так, я снял шапку, чтобы вы все могли рассмотреть. Врачи сняли кожу с моего черепа, с моего лица. И, черт возьми, отпилили мне половину лба. В это невозможно было поверить. И ни один врач мне тогда не мог сказать: чувак, да ты снова встанешь на ноги. Все было кончено.
Привет, привет, мы здесь. А где мы? В то время я не мог ни спать, ни лежать. И слава богу, все это закончилось. Мэтт, мне действительно лучше. Дай мне подержать камеру. Координация возвращается, чуваки. Я наполняю силами. И как оно, бро? Намного лучше. С ума сойти. Это был лютый месяц. Просто жесть. И я безмерно благодарен Road to Recovery. Я настолько благодарен за все, что хочется плакать. Они заплатили огромную сумму за мое лечение. Они тут же пришли мне на помощь. Все разрулили. Так что ночью, той ночью, блин, они реально спасли мне жизнь. Я буду вкалывать, встану на ноги. Я снова сяду на байк. Я снова смогу снимать видео, а Биг Бой будет играть Биг Бой. Я жду не дождусь. Да! Получается! И вот Скотти собственная персона. 2 часа возни с полосой препятствий, и вот, все готово. Скотт, ты помнишь свою финальную попытку во время Кубка Детура? У меня сейчас те же эмоции. Я очень рад, что у меня снова есть лов, потому что как бы я не любил этот шлем, я чертовски устал. Фух, ну идея. Он сказал мне, что у меня в голове 16 саморезов, зато бесплатная стрижка. Прикольно. Раз, два, три. Не-не-не-не. Я думаю, что это несправедливо, когда молодого парня попадают такие испытания. Так кто быстрее всех построит фигуру, с чего попало, и закроет ее? Каждый раз, когда я видел его, ему становилось лучше. И с каждым разом он становился сильнее. До сих пор, куда бы я ни пришел, ко мне подходят и говорят: «Чувак, я катаюсь благодаря тебе». Похоже, Кори сейчас доберет! Для меня это стало большим откровением, и я понял, сколько я сделал для BMX не только как райдер, но и как амбассадор. Я по-прежнему принимаю участие в ивентах, я судил несколько контестов, а еще на нескольких был ведущим. Фронтфлип на первом вылете? Вот это красавчик! Офигительно! Такого крутого фронтфлипа ноухенда я еще не видел. Если у вас травма или сейчас просто трудное время, и вам нужна поддержка, то вы не найдете лучшего примера, чем Скотти Крамер. Сегодняшнее видео по случаю миллиона подписчиков, и я обещал, что как ступит миллион, я снова сяду на байк и пойду в парк, чтобы раздать там. Смотри сюда! Миллион! Чувак, это миллион! Вся команда в сборе, бро. Я очень долго ждал этого. Целых 10 месяцев со дня падения. Да, Скотт! Скотт! До падения для меня было очень важно быть успешным. И я очень боялся поражения. Сейчас у меня другие приоритеты. Я так счастлив, что у меня такая жена, такие друзья и отличная семья. Просто гора с плеч. Как бы дико это ни звучало, но в каком-то смысле я рад, что это произошло. Я бы не променял свою нынешнюю жизнь ни на что другое. До встречи, друзья. Не забывайте подписываться на канал МХ, ставить лайки, репостить это видео. И спасибо, что смотрели.